Давно не медитировала, уйдя в проблемы бизнеса, очень тяжело. Понимаю, как много потеряла. Сегодня было тяжело. Как себя замотивировать, чтобы начать снова каждый день медитировать? Ну, во-первых, и Наташа, и всем хочу сказать, у кого бизнес, у кого свои проекты. Сейчас у нас удивительное время, особенное, когда очень важно слышать себя, слышать свое сердце, прислушиваться к своей интуиции, не двигаться в бизнесе через голову. Вот голова говорит: так, нам надо делать вот это, в бизнесе проблемы, надо делать вот это. Сейчас не то время, когда нужно двигаться через голову, я так считаю. То есть я не считаю, я очень логичный человек, я там физико-математическую школу закончила и так далее. Но я чувствую, что сейчас такое время, когда очень важна интуиция, когда очень важна соединенность с сердцем. И нужно как раз-таки делать практики, которые нас соединяют, которые очищают. Потому что, чтобы чувствовать чисто, у нас здесь должно быть чисто. Чтобы здесь было чисто, мы должны быть в правильном пространстве, мы должны медитировать, мы должны делать практики. Понимаете? И чем сложнее время, тем больше нужно все, о чем я говорю. И как себя замотивировать? Ну, через осознавание. Вот я почему это все говорю, чтобы замотивировать. Потому что когда у меня складывается понимание, зачем, у меня появляется мотивация. То есть, если я хочу спасти свой бизнес, я должна очистить свое сердце, начать что-то делать для других людей бескорыстно. И, может быть, вообще не в связи с бизнесом, а где-то в другом месте, где мне откликнется. И мое сердце начнет очищаться, я буду хорошо слышать свою интуицию, и ко мне начнут приходить идеи, и что-то начнет меняться. Обязательно что-то начнет меняться.